Лифт – устройство, которое уже давно стало неотъемлемым элементом многоэтажек. Не каждый вспомнит, кому мы обязаны появлением этого механизма, однако все ощущают потребность в нем. Подняться на 8, 9, 14 этаж или наоборот, быстро спуститься с такой высоты довольно сложно. В целях обеспечения безопасности регулярно мониторинг грузоподъемных машин проводят специалисты открытого акционерного общества «Брест-Лифт». В первую очередь, конечно, обращаю внимание на непосредственно то, на чем держится лифт – это тяговые канаты. Также обращаем внимание на замки дверей шахты, кабины. Ну, в первую очередь, безопасность лифта. Средняя продолжительность жизни лифта порядка 25 лет. Однако все же в каждой ситуации этот показатель индивидуален и зависит от того, насколько бережно и экономно люди используют машину. Конечно, под особым вниманием комплексы в старых домах, где вот-вот подходит срок замены. На обслуживании в области лифт находится порядка 4000 лифтов по области. Из них где-то 3200 лифтов в жилых домах. Любой лифт имеет назначенный срок службы. На сегодняшний день, как правило, он составляет 25 лет. То есть по истечении этого срока он должен быть однозначно выведен из эксплуатации. Сегодня в городе идет плановая замена лифтового оборудования. Процесс нелегкий, однако очень приятный для жильцов домов. На выходе они получают новый комплекс, в котором уютно и комфортно перемещаться. Договора проработаны с лифтмашем, поставка всех этих лифтов. И приступил лифтмаш уже к их изготовлению по предварительным заявкам и предварительным данным. Поэтому дальше, ну, по мере поступления, будем поэтапно сделали проект, прошли экспертизу, лифт заказан, поступает и сразу же в работу. Процесс замены поэтапный и постепенный. Для проведения работ будут привлекаться специализированные организации. План замены лифтов разработан до 2020 года. А это значит, что совсем скоро новые грузоподъемные машины будут радовать глаз жильцов домов.